Здравствуйте! В эфире программа «Новости Большого округа». В студии Лилия Хайрулина. Смотрите прямо сейчас. На 85% капитальный ремонт Ивантеевской музыкальной школы подходит к концу. Управдом-2022. Первая встреча форума в этом году прошла в городском округе Пушкинский. «Золушка» в Красноармейске. Спектакль показали воспитанники детского театра «Арлекин». Об этих и других новостях прямо сейчас. Почти готово. Капитальный ремонт Ивантеевской музыкальной школы подходит к концу. Проверить, как продвигаются работы на объекте, лично приехали заместители главы администрации Мария Пивень и Елена Панькив, а также представители окружного совета депутатов. Вот эта школа, она пользуется любовью жителей. Многие дети в Ивантеевске сюда ходят, она всегда заполнена. К 1 апреля общая готовность объекта уже 85%. Здесь обновили потолки, выровняли полы, заменили коммуникации, а главное – отремонтировали протекающую кровлю и избавились от грибка. Двери для музыкальной школы привезут на следующей неделе. Материалы для ремонта полностью закуплены. Летом планируют обновить учебное оборудование, в частности, закупить парты и стулья. Учли и особенности учреждения. Все кабинеты будут звукоизолированы. В связи с тем, что у нас в каждом кабинете предусмотрены занятия музыкой, как и на фортепиано, так дети занимаются и на баяне, и на других музыкальных инструментах, то в каждом классе выполнены мероприятия по звукоизоляции. То есть не будет такого, что ты идешь по коридору и слышишь все звуки. Ремонт по плану должны закончить к 1 июня. Представители Совета депутатов остались довольны увиденным. Мы, естественно, поддержим, потому что такие вещи надо поддерживать. И мы, и благодарны администрации, мы же в свое время выходили именно как «Единая Россия», как фракция «Единой России» по поводу ремонта этой школы. Администрация поддержала. Да, может, получается, за местный бюджет полностью проектирование администрация сделала. Сейчас в музыкальной школе обучаются около 650 человек. Открыть обновленное здание планируют 1 сентября. А вот записаться в первый класс можно будет уже на днях. С 15 апреля начнется запись в учреждение для получения образования, поэтому все, кто желает, уважаемые родители, мы ждем от вас заявок, с удовольствием примем ваших ребят для обучения в нашей школе искусств. Екатерина Дубровина, Александр Девкин и Анна Белова. Новости Большого округа. По искам Пушкинской городской прокуратуры суд лишил местных жителей, состоящих на учете у психиатра, права на управление транспортными средствами. Подробности в рубрике «Прокуратура разъясняет». Пушкинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. Установлено, что двое жителей городского округа Пушкинский, состоящих на учете у врача-психиатра, имели действующие водительские удостоверения. В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении права указанных граждан на управление транспортными средствами. Решениями Пушкинского городского суда требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое исполнение решений находится в городской прокуратуре на контроле. Городской округ Пушкинский продолжает благоустраивать. Например, на неосвещенных участках улиц устанавливают опоры освещения. Куда еще в Ивантеевке подвели свет? Смотрите далее. С помощью такой бурильной установки как раз и возводят опоры освещения. Благодаря спецтехнике это занимает не больше часа. Теперь народная тропа для подхода к Ивантеевской детской поликлинике и больнице будет безопаснее. Жители обращались с этим вопросом уже достаточно давно. Сейчас мы нашли возможность привлечь Мособлэнерго к помощи к решению этого вопроса. И сегодня установили 3 опоры. Кроме того, Мособлэнерго сейчас на территории городского округа Пушкинский выполняет и реализует большую инвестиционную программу. В этом году работники Мособлэнерго в городском округе Пушкинский реконструируют более 10 километров кабельных сетей, свыше 20 километров неизолированных проводов, заменят старые и установят порядка 50 дополнительных силовых опор, а также капитально отремонтируют 9 трансформаторных подстанций и построят 11 новых. Одну из них, которая отвечает за снабжение детской поликлиники и больницы, уже обновили.
Надежность данных объектов – это именно вторая категория. Там не предполагается отключение электрической энергии надолго. Это все-таки объекты медицины, поэтому была проведена реконструкция именно этой подстанции, и она теперь соответствует всем требованиям ГОСТа и технических параметров. В округе активно реализуют губернаторскую программу «Светлый город». Путем голосования с помощью портала «Добродел» жители сами выбирают неосвещенные участки в городе. Все работы были выполнены по обращениям, которые к нам поступали от общественности, от жителей города. Сейчас мы уже получили даже благодарственные письма о том, что очень необходимо было освещение около гимназии номер 6, около школы номер 5 в городе Ивантеевка. Очень приятно, конечно, когда есть обратная реакция на нашу работу. Все опоры освещения устанавливает Пушкинская электросеть совместно с Мособлэнерго. Теперь подходы к 6-й гимназии и 5-й школе также стали безопаснее. Я даже не ожидала, я когда просила поставить здесь освещение, я рассчитывала, что это хотя бы в течение года будет сделано. Но это прямо буквально за 2 недели нам пришел ответ, все это вот так скомпоновалось. В городе у нас есть немало активных жителей, которые обращаются в Пушкинскую электросеть. И очень радует, что Пушкинская электросеть их обращение видит, она на них отзывается. И очень здорово, что около 5-й школы появятся 2 опоры освещения. Голосовать через «Добродел» не обязательно. Подать заявку в Пушкинскую электросеть на неработающее освещение можно напрямую по телефонам, указанным на экране, либо сообщением в группу ВКонтакте. Иван Чинаев, Александр Девкин, Мария Барсукова. Новости Большого округа. Ежегодный форум «Управдом» стартовал в Красноармейске. Встреча с жителями прошла в местном дворце культуры. Что обсудили на собрании, смотрите в сюжете. Форум «Управдом» – это дискуссионная площадка между властью, жителями и всеми надзорными инстанциями в сфере ЖКХ. Первая встреча в рамках форума в этом году прошла в Красноармейске. Заместитель главы округа Татьяна Хатинская, представители управления ЖКХ администрации муниципалитета, ГЖИ Московской области и Мособлъеирц, а также сотрудник соцзащиты. Все они собрались 31 марта в городском дворце культуры, чтобы обсудить насущные вопросы. Это вопросы проведения общих собраний собственников многоквартирных жилых домов по выбору советов домов. Красноармейск фактически единственный город в городском округе Пушкинский, где советов домов достаточно мало создано. Поэтому это та большая работа, которую нам нужно провести обязательно в течение этого года. Обсуждалось изменение законодательства по получению льгот. Затронули тему проведения субботников, которые стартовали 1 апреля. А также начальник управления ЖКХ рассказала про систему ЕИАС ЖКХ, для чего она нужна и какие у нее функции. Жители смогли задать интересующие вопросы. Встречи в рамках этого форума пройдут в ближайшее время в Ивантеевке и в Пушкино. Мария Лихобабенко, Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. После перерыва из-за ковидных ограничений в ДК Пушкина вновь организовали День православной книги. Для этого собрали издания, которые можно приобрести в разных приходах округа. Также на праздник приехал с лекцией Алексей Осипов, профессор Московской духовной академии. Пища духовная – то, что нужно во время Великого Поста, когда есть время забыть о мирских удовольствиях и почитать Священное Писание или житие святых. Новинки православной литературы представили в Доме культуры Пушкина в рамках праздника. И у нас проходит сегодня ярмарка и выставка православной литературы. Конечно, не всей, потому что очень много литературы за эти последние, в особенности, годы было издано, но достаточно большое количество книг представлено православных, чтобы люди читали, потому что сейчас, к сожалению, многие уже не берут книги даже в руки, берут больше ноутбук, другие электронные средства и читают по ним. Но вот есть такой замечательный праздник. Здесь книги для детей и взрослых, молитвословы, размышления, сказки и книги по истории, а также церковная утварь или краеведческие книги о православных местах нашего округа, а также литература, написанная пушкинскими священниками. Есть такие книжки, но их не так, конечно, много. Они есть. У нас есть, например, протоиерей Савва Михалевич, настоятель храма Вознесения Господня села Рахманово. Он пишет свои книжки. И также еще есть несколько авторов, которые представляют. Но, к сожалению, вот эти 2 года ковида
они не дали очень многим замыслам воплотиться в жизнь. Каждая книга имеет свой гриф. Все они одобрены издательским советом Русской Православной Церкви, а значит, имеют благословение. Также в рамках праздника Дня Православной Книги один из выдающихся лекторов РПЦ Алексей Осипов посетил наш округ в день своих именин. Свою лекцию он назвал «Через тернии к звездам». Невозможно достичь ничего великого, ничего прекрасного, ничего доброго, ничего совершенного, если мы не пройдем через что? Через труд. Причем подчас труд огромный, большой, через испытания. После лекции многие православные получили ответы на свои вопросы. В Великий пост церковь призывает задуматься о смысле жизни и о месте Бога в ней. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Премьеру спектакля «Золушка» показали в Красноармейске. Ее представил детский театр «Арлекин». Его воспитанники показывают спектакли несколько раз в год. Последняя работа младшей группы – это сказка «Золушка». Премьеру посетила Мария Лихобабенко. 30 марта в Красноармейске творилась самая настоящая сказка. Воспитанники театра «Арлекин» подготовили спектакль «Золушка». Но сначала давайте посмотрим, как они занимаются. Работа над дикцией, скороговорки, упражнения на развитие дыхания. Так готовятся артисты. Это является важным этапом на каждом занятии. А после идет разминка на отработку эмоций и прогон сцен спектакля. Вместе со своим преподавателем ребята делают последние штрихи перед выходом на сцену. У театра есть своя традиция. За несколько минут до начала спектакля собираться всем вместе в круг и настраиваться на выступление. Мы одна театральная большая семья. Пожалуй, друг другу ручки. Мы все хорошо знаем. У нас все с вами готово. И вот первый выход к публике. Глашатые обращаются к зрителям, которые в этот день стали жителями сказочного королевства и перед которыми произошло самое настоящее чудо. Артисты – младшая группа детского театра «Арлекин». Это 12 ребят, все они второклассники. Их группа занимается уже второй год в театре, и это их второй спектакль. «Золушку» играют все. Они здесь и танцуют, и поют. То есть они сразу всеми видами актерского искусства занимаются. Вот сегодня детки рассказывали выучить роль. На самом деле даже как такового сценария нет полного. То есть все идет у нас по репетиции, по наговору. То есть буквально мы выучиваем все во время репетиции. Особенность этого театра в том, что здесь нет замен. За каждым закреплена своя роль, и никто другой ее играть не будет. Если актер болеет, то репетиции проходят без его персонажа. Это помогает сохранить здоровые отношения в коллективе. Также важную роль играет преемственность, которая соблюдается в театре. Так воспитанники старших групп, а иногда даже выпускники, приходят помогать ставить спектакль. Они следят за тем, что происходит за кулисами. Некоторые ходили, их одевали, некоторые открывали занавес, чтобы они выходили выступать, и некоторые просто подавали им какие-либо предметы, чтобы, ну, например, вот эти самые туфельки, да, туфельки, вот эту вот книжку с пером, чтобы они записывали. Да. А почему вы помогаете? Ну, потому что не все, вот родители там, например, все, например, некоторые хотят посмотреть и не хотят отвлекаться, вот. А мы так уже, так как играли эти роли, там половину все знаем, поэтому решили помочь там. Подготовка спектакля началась еще в сентябре. Один из главных этапов – распределение ролей. У каждого была возможность попробовать сыграть разных персонажей. Что больше будет подходить и находить отклик в душе, на том и останавливаются. Нам ребята рассказали о своих ролях и с какими трудностями они столкнулись во время работы над постановкой. Король веселый. Нервный. Скажи, а как ты вживался в эту роль? Я просто сначала дома повторял слова, а потом уже начал вживаться как-то. Угу. И заканчивал повторять. А как ты характер этот создал? Характер этот, это по роли такой. Угу. Так-то я веселый, умный и озорной. Ну, моя роль Золушка, она добрая, веселая, отзывчивая. Ну, я была в фильме, очень понравилась эта роль. Потому что она была, ну, не очень сложная.
Мне очень понравился мой наряд. Моя роль придворный. Какая это роль? Эта роль для меня очень забавная. Почему? Потому что в этом роли все спокойно выполняется, все легко делается. Моя роль принц. Для меня она была очень трудная, потому что надо было признаваться девочке в любви. И почему это трудно? Ну, потому что это только во втором классе, и постоянно, ну, и надо было брать ее за руку. Для меня это было трудно. Маркиз очень, ну, он очень добрый и энергичный. А трудно было вжиться в эту роль? Нет. Почему? Ну, я в любую роль всегда мне легко попадать. Моя роль сестра живота. Мы с сестрой Гортензией моей, мы такие жадные, как и мачеха. Мы хотели быть невестой принца, но у нас это не получилось. И все-таки мы остались такими же жадными. В будущем мы также будем хорошо выступать и будем хорошими артистами. В постановке было решено использовать минимальное количество реквизита. И несмотря на это, ребятам удалось с легкостью передать атмосферу сказки. Этот спектакль приурочен к 30-летию существования театра «Арлекин». За все время Эльвира Аксенова выпустила более 20 постановок, которые неоднократно повторяются в разных группах. Но наши дети сегодня показали себя на высоте. Они большие молодцы. И я надеюсь, что следующие их спектакли будут все лучше и лучше. Я была сегодня на прогоне с утра. Но они волновались, а вот сейчас был сыгран великолепно. Вот все как надо, абсолютно. Просто молодцы. Эльвира Юрьевна, это просто наш Бог. Так маленьких детей настроить, это мало кому вообще дано. Еще один день выступления с этим спектаклем и уже подготовка к новой постановке. Другие роли, свежие образы и прекрасная возможность попробовать себя в чем-то ином. Так и раскрываются таланты. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде. Во вторник, 5 апреля, синоптики обещают снег с дождем. Днем температура воздуха 3 градуса выше нуля. К ночи опустится до плюс 1. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Ветер южный до 8 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете посмотреть в соцсетях, во ВКонтакте, в Одноклассниках и Телеграме. А также у нас появился канал на Яндекс.Дзене. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и хороших новостей.